«Москвич-403». 2021 год, 28 марта. В Харькове, по крайней мере. Как в вашем году выпуска, интересно. Голубой москвич. Он натурально похож на персонажа мультфильма «Тачки». Как сынуля у меня спрашивал, зачем в тачках тротуары, когда там все персонажи автомобили. Да, ну, нравится мне машина, красивая, раритет. 550 по Киеву, в Харькове 28 марта 2021 год. Глази.